Московское время 10:02. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. При надевании скафандра тросик дыхательного клапана попал под оболочку скафандра и был дополнительно прижат ремнем привязной системы, из чего последовали проблемы с дыханием. Наполнение купола резервного парашюта значительно усложнило спуск. Московское время 10:02. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. При надевании скафандра тросик дыхательного клапана попал под оболочку скафандра и был дополнительно прижат ремнем привязной системы, из чего последовали проблемы с дыханием. Наполнение купола резервного парашюта значительно усложнило спуск. Московское время 10:02. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. При надевании скафандра тросик дыхательного клапана попал под оболочку.